Хейо, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем Far Cry 3. Да, скорее всего, мы уже где-то в середине. И я уже придумал маршрут, по которому мы будем сегодня с вами идти. Изначально мы с вами, в первую очередь, мы пойдем с вами за письмецом. После за реликвией. Потом посмотрим, что же это за пропавшая экспедиция. Ну а если останется время, то пойдем с вами до нашей миссии. Поэтому погнали. Не будем терять времени. Так, а что мне по оружию? Просто я уже давно не заходил. Так, снайперки, калаш. А, точняк, я ж поменял этот. Свой лук на этот. А, нормально. Поехали. Значит, поюзаю пистолет, посмотрю, как он будет именно в деле. Так. С меня водитель, как вы помните, охерительный. Медведь, иди в сраку, не до тебя сейчас. Ладно, придется выезжать напрямую. Так. Ой, немного нашу цель пропустил. Так, все. Теперь я точно на правильном пути. Сколько здесь зеленой растительности. Тихо. Тихо. Я еду правильно. Так, приехали. Опа. А, так это оно есть. Окей. Дневник. Привет. Потерянное письмецо. Навык получен. О, у меня их уже 8. А мне прокачивать пока что такого именно нечего. Действие выполнено, Юплей. Окей. Путеводитель. Реликвии. Письмецом. Четвертое письмо Могги. Генерал Ямагата. Я шокирован и потрясен. Я считал рядового Тадао просто некомпетентным солдатом. А он оказался предателем. Я решил сам проверить, почему не работает радиолинейной станции. И я не разбираюсь в электронике, но даже я увидел, что лампы вывенчены. Блять. Провода перерезаны, а батареи отсутствуют. Я считаю это его слабым человеком. Он слишком простодушен, чтобы быть предателем. Тем не менее, он предал своих друзей, меня, нашу страну и самого императора. Я собираюсь казнить рядового Тадао, а если его будет защищать другой солдат, мне придется убить и их тоже. Майор Рукумоги. Так, все. Следующая реликва. Реликв. Так, время идет, все хорошо. Пытаюсь новым мобильником пользоваться. Так. Вверх по горе. И в основном я тут приду, куда мне нужно. Машина понадобится ли? Да, я думаю, нет. Блин, а я же запись, да, в основном останавливал? Так, подождите, что у меня по рюкзаку сначала, я хочу посмотреть. Ага. Хилки. Нужно пособирать немного листвы по пути. Ну, знаете, такой пистолет, в принципе, нормальный. С глушителем обустроенный. Патронов до херища. Так, мы пришли. Окей. Реликв, самолет еще один. Так, сразу забираю все, что тут есть, чтобы не возвращаться. И пропавшая экспедиция. В путь. Так, ладно. Здесь 35 реликвий у нас уже. Блин, все-таки мне нужно уже что-то покупать, чтобы прокачиваться. Потому что 8 опыта, даже если вот они у меня есть, у меня все равно там сколько, 2 очка опыта останется, даже после того, как я прокачаю то, что я хочу. Это убийство с воздуха, двоих, кажется, двоих убийства снизу. Так. Тихо. С горы лучше на это все посмотрю. Убийство
тяжеловесов. Потому что, мне кажется, это жесткий типчик. Ай-яй-яй-яй. Тихо, не разбейся тут мне. Ух, тихо. Так. Все, нашел. Давайте посмотрим, что оно собой представляет. В основном как локацию, как я понял. Обычная локация. Этот символ кажется знакомым. Да. Это символ тамплиеров. Если вы играли в Assassin's Creed, то вы, наверное, помните. А я помню. Так, вот это уже поприкольнее. Так. Тихо. Делаем все по-тихому. Так, стоит ли сюда прыгать? Так, там двое. Он с кем-то разговаривает. Я ящик пометил? А, так это кирьящики помечать, нихера себе. Так, тихо. Оп. Только бы тут был другой выход. Что это? Где что? Почему мне эти зоны помечены? Дружок. О, а, они так мигают. Есть часть кода. А, это коды я должен найти. Так. Что-то. Бля. Блять, как бы так не спалиться, потому что это будет жестко. Опа, тихо. Спокойно, ты просто ищешь. Так, вот это вот все херь. Тихо, тихо. Я понимаю, что я меткий. Так. Я иду за тобой. Тихо, тихо, тихо. Это выход. Куда? Понятно, не работает. О, приятель, приятель. Блять, это все-таки взрывная бочка была. Ёптыш. В смысле? О, попал наконец-то. Вот вы твари, взяли мне броню, все снесли. Так, ладно, давайте искать части ключа. В основном они... Блин, они, значит, его здесь посекли, да? Ай-яй, херово. Еще одна часть кода. Хорошо. Значит, они должны быть здесь все, да? Окей. Так, вот это вот мне уже не нравится. Что-то говорит мне, что рядом еще три таких дверных кода. А мне кажется... Рыба, я знаю. Подожди, так, значит, только я первый делаю? А мне, знаешь, что кажется, что сейчас здесь все нахер взорвется. Если мы с тобой... Куда я упал? Окей. Не беда. Патрончики. Сами они решились не подбираться. Оп. Тихо. Аптечечка. Так, нет, аптечку мне нужно взять. Почему тут все ломается? Здесь все. Все.
Если все, тогда уходим отсюда. Так, вас можно не... Блин. Эх, обследовать теперь надо. Так, ладно, в лабораторию погнали. Большой детонатор, который, скорее всего, взорвется. Кнопка. Кнопка, это нужно нажать. Будь добра, заведись. Будь добра, не взорвись. Раз уж меня током не бьет, лифт должен работать. Воу! Током бьет, что ты пиздишь мне? Током не бьет. 10 минут уже прошел, током не бьет. Ладно. Чем меня зацепило? Так, вода. Вода опасна. Знак тамплиера все-таки, да. Или нет? Так, я видел в Ассасине такой знак. То знак тамплиера. Все. Найди того, кто это сделал! И что вот это за дерьмо? А? А? Куда это падло делать? О, вижу. Лучше покажись. Блин, неужели потерял? Вот сука. Опа. Ой. Боже, граната. Ой. Ой-ой-ой. Так, ладно, тогда по физике как-то вот так. Ой, блин! Оно там об хер врезается. А я тут думаю, в чем дело? Ты что? Хочешь прятки? Граната, бери! Так, минус один. Минус два. Бля. Он не показывается, ладно. О! Зараза! Зараза, подсела. Тварюка, тварюка, ты тварюка. Давай, так, у меня денег уже до хера. Ну, сейчас бы упасть. Такс. Что с этой стороны у нас? Ящик. Ящик, ящик, ящик. Ящиков нету, ни хера нету. Ладно, идемте. Патроны. Использовать. Ой, черт, я ж все под... Это на время? А ну-ка, я хочу посмотреть. Если это не на время, тогда я побегу. Жизнь нет. Ой. Приятель, давай ты выйдешь, я хочу ВХ подрубить. Вот мой научный подход, ублюдки. Тихо. Оп. Оп. Так, сразу встану, посмотрю, там ничего больше. Ага. Еще два придурка. Так, ладно. Тихо. Так, здесь я лучше заюзу пекаль. Ладно, на пекаль патроны не жалко. Типа, тихо. Ой. Да черт, почему? Алло, я меткий стрелок. Все, готово. Перезаряжаемся.
Хилка есть. Что-то тут есть. Так, все. Побежали. Смотрим, чтобы больше еще не было врагов. Ну, а наверх. Хилка. СВ. Зачем мне нужно было... А, часть кода. Есть, уже 4. Это хорошо. Оп. Зайди, кто бы это ни был. Тварь здесь ходит. Соберись, это простое наблюдение. Тихо. Ой! Так, пекаль. Бля, бля. Тихо. Тихо, 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 тихо. Опа, еще бежит. Готово. Делаем все как ниндзя. Так, перезарядки быстро делаем. Ну, мне кажется, блин, да, это оказывается тоже какие-то миссии у нас. Какие-никакие, но миссии. Будем их тоже выполнять с вами. Так, коробка. На коробку только с той стороны. Окей. Еще один. Наверх. Лаборатория. Здорово. У него письма нету. Сможешь. Тихо. О, да! Вот, сука. Я вижу. Вижу. Тварюка спалил меня. Он меня спалил. Как он поступил? Так нельзя. Понял? Так нельзя. Так, ладно. Деньги, деньги. Так. Пистолет. Ну, этот у меня был, кажется. Последний. Пора уходить. Письма из... Воброшенные, что-то такое. Масса... Хира, я не понимаю, зачем нужно эти так называемые ученые. Они говорят об Эдеме, экспериментах Эдисона и генетической памяти. Я им не доверяю и хочу ограничить доступ в лабораторию. Если вы хотите ею пользоваться, введите код 122-111. Он работает на выходе и на входе. Прошу вас, будьте очень осторожны с этим иностранными дьяволами. Хаята. Так, все. Главное, чтобы сейчас по пути мне больше никто не... Ой! Ой, блядь, всё, меня же все равно спалили. Ой, ты ж ё-моё! Граната!
Капец. Вот это дерьмо. Блин, нужно было по-тихому тогда как-то это сделать. Если тут вот такая махина была. Да, что-то пиздец. Так, сишка. Так, подожди, патроны для калаша. Все, 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 все есть. Ха! Ну, если что, я запомнил пароль. В смысле, не работает? Помощь зала. И... Та-дам! Контрольная точка. Ну, короче, у нас какая-то была лаборатория. Хаята им не доверял. Все? И мы в шоколаде. Все? Все, готово. Лаборатория. Поговорите с Герком. Засада, поговорите. А опыт? За это что-то хотя бы дается? Два куска опыта дается. Нихера себе. Блин, а 21 минута уже прошла, ребят. Поэтому я не успею уже. Давайте тогда... поохотиться за реликвиями. Я даже хер знает. Ладно, можно, в принципе, одну охоту сделать. Да. Давайте охоту, короче, проведем. И все. Лаборатория заброшена. Так, значит, можно и все-таки рели полазить туда, поискать. Может, еще что-то ценного такого найдем. Так, 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 все готово. Любимое орудие. Вот это мне нужно купить. Так. Поставить. Так. Теперь вернуться. Штурмовые винтовки. АК экипировать. Все. Орудие, походу, все открыл, что ли? Я не мог орудие все открыть. Путеводитель. Оружие. Нет, еще много нужно открывать. В основном это будет, наверное, вот это любимое орудие. Местные жители хотят заполучить шкуру леопардов. Покалечить его жену. Так, убейте их и запретить. Так, руку. Окей. С луком. Ладно, туда можно добежать, в принципе. В чем проблема? Местные жители говорят, чтобы мы убили леопардов из-за того, что они напали на его жену. Мы выполним его просьбу, если... Нет, я ошибаюсь. Так, давай не без падений вот этих. Так, какие у меня есть травы, потому что мне же нужно охотиться, все-таки на них будет. Так. Ой, сука. Окей. Можешь лекарства заюзать? Да заюзай лекарства. Фиг с ним. Так, а теперь я делаю вот что. Рюкзак. Нет, создание предметов. Снадобье охотника. Так. Временно поднимает, да? Инстинкт вы можете будет находиться по запаху. Так, вот это изготовить мне нужно. Вот это мне нужно применить. Теперь... Создание предметов и изготовить. Все. Не убежишь, тварь. Готово. Их тут... Нихера их тут. Так, это обязательно? Это обязательно? Нет, нет, это было не обязательно. Я их не вижу. Так, вижу, ладно. Так, тихо.
Хорошо. Так, двое были там. Так, это я помню место. Так, вижу раз. Вот тварь. Тихо, еще ближе. Вот-вот где-то рядом. Плевать на ту, эту я добью. Вон. Готово. Стрелы главное забрать. Готово. Все. Изи охота, изи охота. Опыт. Я вас помнил, спасибо. Окей, спасибо. А, давайте тогда пособираем еще какие-то шмотки. Реликвии. Я понял, окей. Вы сюда пойдем. Сначала я отправлюсь на базу. Поменяю орудие и побежим тогда с вами. Пока поставлю на паузу. Так, короче, мы уже подбежали. Так, а... О, их тут целых два даже? Подождите, а где он? Показано где-то здесь, в горе. Нападете, убью. Уходи! Не атакуй меня. Не тога меня убью. Так, мне вход нужно найти теперь. Так, с одним я разобрался, а вход я найти не могу. Вот это немного проблематика для меня сейчас. Ход, 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 где ж ты можешь быть? Там... Блин, не должен сдохнуть, по сути. Бля, а другого пути больше нету. Ладно, с богом. Просто я буду очень долго потом обратно подниматься. И чё это за дерьмо? Алло? Во-первых, что это за текстуры в деревьях? Тупые вороны. Второе, как... Куда мне идти? Ни хера не понимаю. Сорян, слишком тупой. Слишком сложно для меня. Ладно, поехали. Кажись, я уже свалил вообще хер знает куда. Да? Идти же, посади же. И как мне туда добраться? Так, ну вход вон, где-то там. Может быть, с другой стороны в воде, как вариант. Но я думаю, это не так. Ладно, давайте я опять поставлю на паузу. Короче, ребят, я не знаю, я здесь уже дня и схожу, так я и не нашел вход. Я сначала подумал, может где-то в скале, типа, проход можно взорвать. В той стороне ни хера прохода нету. Единственный путь только здесь. И то может быть, потому что я с этой стороны залазил сюда. Да хер его, ладно, знает. Может, действительно, туда прохода нету. Да не, должен быть, вы что гоните? Так, где? Это тоже другой вопрос. Здесь ничего нету. Здесь тоже проходов нету. Так, здесь я огрохнусь. Вау! Вау, трава! Как ты это делаешь? Обычная гора. А, здесь минус, тут рип. Так, ладно, мне на ту сторону нужно. Тогда здесь только скачусь. Тихо. Пиздец, тут текстурки. Сделали. Что это такое?
Ой, боже мой. Ладно. Я еще раз побегу, если что, ребят. В следующей серии увидимся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. До новых приключений в Far Cry 3. Всем пока.